Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах выступает за всеобщую обязательную вакцинацию, но без реестра прививок. Создание реестра занимает много времени, считает чиновник, а также не является бесспорным с точки зрения защиты данных. По оценке экспертов, обязательную вакцинацию в Германии могут ввести не раньше июня. Институт Пауля Эрлиха ФРГ внес поправки, которые изменили статус людей, получивших прививку от коронавируса Johnson & Johnson. Теперь они не считаются полностью привитыми. Для того, чтобы все исправить, им предлагают вакцинироваться повторно – Pfizer или Moderna. Только тогда они будут считаться полностью вакцинированными. К другим темам. В Германии пожилых водителей, которые не успели обменять старое удостоверение на новое европейского образца, пока штрафовать не будут. Федеральные земли приняли решение продлить срок обмена водительских прав из-за пандемии коронавируса. В Берлине может появиться самая большая в мире пешеходная зона. Она расположится внутри центрального кольца Берлинской железной дороги. Это место хотят освободить от автомобилей, но не от всех. Планируется оставить доступ в центр города для коммерческих и обслуживающих машин, например, для мусоровозов. Смогут попасть сюда автомобили скорой помощи, пожарные и полицейские. Необычный ученик посещает занятия в одной из школ Берлина. Это робот, который заменяет 7-летнего мальчика по имени Джошуа, страдающего от болезни легких. Робот сидит за первой партой, откуда передает урок на планшет мальчику в реальном времени. Дети разговаривают с ним, смеются, а иногда даже болтают во время занятий.